Иван Леваков, игрок сборной России. Иван, поздравляю с победой. Это твой первый матч на этом турнире. Поделись эмоциями. Ну, очень классно, на самом деле. Антураж сумасшедший. Болельщики все кричат. Очень классно. Вообще, атмосфера супер, нет слов. А ты сегодня забил 3 мяча, хет-трик. Расскажи про эти голы. Спасибо партнерам. Без команды я бы не смог это сделать. Все за счет команды. А скажи, пожалуйста, тренерское решение, да, вот такую питерскую пятерку организовать, когда стало об этом известно? Вот на предматчевой установке или чуть раньше? Ну да, только на предматче, потому что вчера немножко другое сочетание у нас было на тренировке. Сегодня, да, узнали там, условно говоря, на разминке перед игрой. А чем ты удивила нас, наш соперник, команда Молдавии? Ну, мы смотрели их игру, разбирали с испанцами и... Ну, видно было, что они, грубо говоря, встречают на своей, нет прессинга. Сегодня они пошли с первых минут в нас активно. Мы к этому не очень сильно готовились. Мы ждали другой футбол от них. Молдаване чуть-чуть перехватили инициативу, когда вместо голкипера выпустили полевого игрока. А почему сразу не удалось разобраться? Ну, не знаю, немножко там сумбур нас ввел, да, тут лишний игрок. Не знаю, вчера вроде и делали на тренировке, так вроде нормально все получалось. Но сегодня, не знаю, может быть, не ожидали. Не могу сказать. Вроде я говорю, это ну, какие-то мини-футбольные вещи, да, там лишний игрок. Немножко перестроения мини-футбольные. Понятно, ну, у нас не все в мини-футбол играли, поэтому, наверное, немножко было сложно перестраиваться. Ну, несколько слов для болельщиков. Болейте за нас. Мы постараемся победить. Спасибо.